Заехал, значит, я заправиться в городе Буффало, штат Нью-Йорк. И вижу такую картину. Ось трейлера не попала на платформу весов. Встал я на колонку и вижу, идет ко мне пацанчик лет 25-28, пуэрториканец, и просит: «Вытащи меня». Я согласился. Он говорит: «Пойду цепь поспрашаю». А я в ответ: «Расслабься, ты к профессионалу обратился, у которого все есть, и цепь тоже». А перед этим он обратился к нескольким англоговорящим водителям, и они только мычали в ответ, я был свидетелем. А когда я начал тянуть его машину, так толпа зевак собралась поглядеть. Он предлагал мне деньги за помощь, и поверьте, сколько бы я сказал, столько бы он и отдал, так как Буффало городок еще тот, и если окажут помощь, мало не покажется. Когда все закончилось, он при всех спросил: «Сколько я тебе должен?» Но я громко сказал: «Remember, I am Russian, and Russians do not take money for help». Это значит: «Запомни, я русский, а русские денег не берут за помощь». В ответ он закричал: «I love Russians», то есть «Я люблю русских». Вот такая маленькая история из жизни дальнобойщика случилась сегодня, 15 декабря 2021 года.